Вот эта фотография, дело в том, что приближается время сертификации. Южане уже в январе должны сертифицировать, северяне где-то в феврале, вот, и так далее. Но детали будут потом. А сейчас я хочу сказать, берете, это очень важный момент, приходит пора высаживать. Вот. Не каждый может вот так сделать, как я, как в телевизоре видно состояние. Это крайний случай, это июнь. Ну, не распроданное, но зато прекрасно учебный снимок. Итак, берем абрикосы. Средняя продолжительность ревкации 2 месяца при температуре 2-3 градуса, при средней влажности, при обычном песке. Далее. Но прошло 1,5 месяца, а вы берете вот такую баночку. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, эта тема будет дальше. Давайте я скажу в двух словах. Вдруг эта тема не успеется. Сегодня я разговорился. Итак, берете баночку. С виду ничего, там все спит. Но через 1,5 месяца хранения, скажем, в холодильнике, высыпали в тазик. И смотрите, караул. Там и сотни, и десяток уже взошло. Ну, то есть раскрылось. Пересаживайте горшочки. И обратно в холодильник или в погреб. Но ни в коем случае на подоконник не дать им расти. Просто не дать им перерасти. Видите, перерошие? Попробуйте их сейчас посадить. Вот эти, которые на экране. Остальные обратно в баночку и в холодильник. И ждем еще 2 недели. Через 2 недели высыпали. Опять увидите, еще там проклюнувшиеся есть. Так? Вот. И всадите сразу на постоянные места. И если у вас уже там на штык лопаты земля таяла, если березы заплакали, вы берете, даже чуть раньше, и уже садите проклюнувшиеся на постоянные места, а спящие, они могут зайти, а может быть, спустя зайти, уже в виде школки. И не надо бояться, как это, я сейчас дойдем, не дойдем. Сегодня или вчера был звонок. Валерий Константинович, я, значит, вы куда мне столько наслали, что я буду делать, меня чуть ли не отругали. Вот. Я тогда решила так, мне столько много не надо, я посажу на улице аллею, я посажу в школе, еще в детском садике. Тогда я ей объясняю то, как это надо делать. Все, сколько бы я ни выслал, по принципу садитесь, это самое, проснувшиеся, не проснувшиеся, садите их, в 2 раза даже гуще, чем помидоры садить. То есть расстояние метр между ними, и вот в таком расстоянии. Ой, места не хватит. Вот тогда хватит. И лучше из лучших ставите навсегда. А так как в 30 сантиметрах, 60, 90, 120, еще взойдут густо. Вот дождетесь года, и даже весны следующей, ровно года. И вот тогда не с косточками садите в школе, это, вы молодец, но в школе загубят. Это не Антонина Ивановна Скугарева, которая это делала, это самое, целая организация, то есть там десятки помощников, там это все аккуратно, тщательно. А вы что, в школу принесете, скажете, садите. Все погубят, если с косточек начнете. Проходит ровно год, на следующую весну, садите все у себя, на следующую весну в школу, в аллее, в садике. Вот тогда лишнее. А я для чего лишнее выслал? Вот. Ну, не жалко.